На площади Азатлык в Набережных Челнах началась установка новогодней ели. Подготовительные работы были проведены на прошлой неделе. А сейчас сотрудники предприятия «Автодорог» начинают собирать зеленую красавицу. Ее высота составит 30 метров, а в украшении будет увеличено количество лампочек и гирлянд, чтобы главный символ Нового года стал ярче. Как сообщает Управление по информполитике исполкома, главная челнинская елка должна быть готова к 10 декабря.